Приведите пример низкочастотных ключевых слов YouTube-канала о недвижимости. Заграничная недвижимость – это средние частотки, а вот апартаменты в каком-то городе или там апартаменты за границей – это совсем-совсем низкочастотная недвижимость. Почему? Потому что получается, ну, к примеру, если смотреть зарубежная недвижимость, это там большое будет, такая очень высокочастотная, то, допустим, зарубежная недвижимость недорого, это будет очень большой там, да? А вот если, допустим, как выбрать зарубежную недвижимость в Черногории, это будет низкочастотная. То есть, чем больше слов, просто банально лень людям это писать. Но есть хорошая новость, потому что сейчас уже, вот мы сейчас говорим, а Федя там мне ассистирует, и видите, там есть голосовой набор, и у него там пишется на компьютере то, что я говорю. То есть он так синографирует, да, если раньше люди сидели там, нажимали там это все дело, то теперь он просто мониторит, как Google все это делает вместо него. Поэтому и дальше будет голосовой набор, а если будет голосовой, и не если, а когда будет голосовой набор, соответственно, будут длинные-длинные запросы. Эти длинные-длинные запросы вы можете просто оккультурить и окучить. Поэтому вот так вот.